Перед тем, как вы узнаете дату выхода серии любимого сериала, хотелось представить вам его небольшое описание. Ягыс из-за давления Синана остался раздавленным под тяжестью своих чувств. Он решает, отложив в сторону свое сердце, помирить Синана и Хазан. Однако не так просто это сделать, особенно после того, как с каждым днем пропасть между Хазан и Синаном все больше расширяется. Эдже, ставшая свидетельницей разговора между братьями, пытается выяснить, что происходит между Хазан и Ягызом, а Фазилет, пытаясь доказать свою невинность, начинает следить за Ясемин. Посмотреть 24-ю серию турецкого сериала «Госпожа Фазилет и ее дочери» вы сможете после 25 ноября. Всем спасибо за внимание, до встречи и пока!